посмотрев, с вами снова я, Макс, и, значит, посмотрев в интернете ролики определенного содержания по поводу фуганочно-отрезных станков, да, мне очень понравилось, как сделали там некоторые мастера самоделкины, значит, сделали себе, так скажем, под ручную маленькую отрезную пилу, да, вот такого типа. Как они сделали столики такие очень маневренные, интересные, и, значит, отрезать, нарезать все ровно, грамотно, да. Я сейчас хочу рассказать по поводу того, что вот у меня есть такой вот большой станок, да, по дереву, фуганочно-отрезной, вот. Белорусский он, в принципе, приспособлений здесь не так много, и одно из них вот такое у меня, да, стеночка. Но она, во-первых, маленькая, да, в плане прикручивается, регулируется все, тут вот три отверстия, максимальная вот такая, да, можно отрезать, но нет подачи, подавать приходится самому, да, иногда приходится, идет все наперекос, вот. А вот этот столик, который сделали мастера, да, мне очень понравился, он ходит по направляющим, то есть получается, он его просто держит, как говорится, в стенку, подает и сколько надо отрезает. Вот я решил вот этот станок, так сказать, немножко модернизировать свой, да. Уровень у меня также попускается, поднимается все, да, приходится выравнивать по уровню, по маленькому столешницу, чтобы все было ровно. Ну а в целом так вот я решил его модернизировать. И значит, чем я буду модернизировать его, значит, у меня какой тут материал скопился, да, упаковочный, вот было что -то. Я, значит, сейчас вот с этого листа займусь демонтажом, выбью все скобы, ну, вот, я надеюсь, видно, вот с этого листа выбью все скобы, вот так развернем сейчас, вот все скобы выбью, да, освобожу, сделаю его ровным, да. И значит, что я хочу сделать, направляю на станок. Я хочу сделать абсолютно такую же платформу по длине, да, вот, платформа, да, вот будет вот такая, она может быть даже, и смысл какой, я хочу сделать направляющие, да, и также, например, ну, двигать его туда, сюда, чтобы он никуда не уходил, а двигался по направляющим, и также вот срезал, все это делал, вот этим сейчас я и займусь. Ну, а в дальнейшем я покажу, в принципе, как этот процесс будет происходить и что у меня получилось.
вот, в принципе, я сделал этот такую столешницу, как бы, да, для своего станка, для фуганочно-отрезного, для того, чтобы подавать какие-то заготовки, да, я посмотрел ролики, был как бы чуть-чуть вдохновлен тем, что очень удобно, но у меня нету мелкого отрезного вот такого станка. Вот, пришлось использовать большой. Я сделал вот такой несложный стол, да, с салазками такими самопальными. Ну, как бы все из дерева, ничего я там не применял, никакие инновационные технологии, конструкции. Да, вот этот стол, он одевается, когда нужно, и он подается так, что все можно подавать. В принципе, ничего сложного. Но теперь вот такой вот у меня помощник есть, и как бы я очень рад, в принципе. Что хотелось бы сказать? Создавайте, творите. Вот я нашел такой вот вариант и выход из этой ситуации. Я ничего нового не придумал. Все уже было придумано, выложено до меня просто. Ну, я вот именно для этого станка решил про этот вопрос вот таким вот способом. Все, всем спасибо и пока.